Здравствуйте, друзья! Сегодня 7 июля 2023 года, и я приглашаю вас отправиться со мной в небольшое путешествие. Мы с вами посетим одно очень интересное место. Это озеро, которое называется Этион. Оно находится в южной части Нью-Джерси. Озеро это очень необычного цвета, и я бы хотела с вами поделиться и рассказать об этом озере в этом ролике. Итак, друзья, мы сейчас подъезжаем к въезду в парк, а там стоит security, и нужно получить билетик. А билеты в этом году, так же, как и в прошлом году, выдаются просто бесплатно. Ставит цену 1 пенни, поэтому это бесплатно. Парк работает каждый день с 9 до 6 вечера, до 18 часов вечера. А купаться можно с 10 до 17 или 17.30 часов, так как спасатели работают на пляже, и нужно и можно плавать только тогда, когда спасатели есть. В противном случае нужно покинуть территорию. Милая девушка нам дала билет, и теперь мы подъезжаем к парковке ближе к озеру и посмотрим, как обстоят дела там. Так как сейчас утро, в районе 10 утра, поэтому машин должно быть не очень-то много. А, конечно же, с обеда уже машин будет гораздо больше. И есть определенное количество человек, сколько может присутствовать на озере, на этом парке, в этом парке. И тогда, если лимит превышает, просто ворота закрываются и уже никого не впускают. А на территории озера присутствует детская игровая площадка, непосредственно само озеро, где можно купаться, и не только купаться, можно и на байдарке кататься. А также сдаются специальные небольшие домики, там их позади будет видно. Еще в лесу находятся небольшие скамеечки со столами, и также можно приготовить барбекю. Вот так. Здесь располагаются детки. Как видите, есть ограничения, где можно купаться. Красные флажки, за которые нельзя заходить. И парнишка-блондин, спасатель. Там девушка-спасательница сидит. Там на байдарках вдалеке катаются. И вот тут детки резвятся. А там комнаты. Переодеваться можно. И вот такое озеро. А там дорога. Пришел кинорепортаж. Мужчина с камерой, который будет снимать репортаж. Мы будем снимать его. Thank you.
Сейчас только что сделали объявление, что нужно выйти с воды всем на 15 минут. Видите, все выходят. To ensure a safe and enjoyable experience for everyone, we ask that you take note of the following. Please pay attention to these announcements. Parents, guardians, counselors, please supervise your children at all times. Again, I repeat. Parents, guardians, counselors, please supervise your children at all times. Друзья, ну как вы заметили, вода здесь очень необычного цвета. И я бы хотела вам сказать, почему так. Дело в том, что вокруг расположены кедры. И они влияют на почву, соответственно, выходит такой ржавый красный цвет. И можно подумать, что купаешься в чае. Друзья, ну а сейчас давайте рассмотрим подробнее раздевалку и душевую кабину. Здесь их несколько штук, в принципе они небольшого размера, все функционирует и очень удобно переодеться, принять душ и идти дальше. Вот такая детская площадка, здесь рядом с парком. Друзья, ну а сейчас мы будем проезжать с левой стороны. Видим группу людей, которые отмечают. Там стоят небольшие столики, барбекю. Также они повесили шезлонг, и люди спокойно отдыхают себе там. Также есть там мусорные корзины, которые потом собирают секьюрити. И функционирует также машина небольшая безопасности, чтобы смотреть за порядком.